Губернатор Глеб Никитин вручил государственные награды и юбилейные медали в память 800-летия Нижнего Новгорода выдающимся нижегородцам. Торжественная церемония прошла в музее-усадьбе Рукавишниковых. Всего более 40 награжденных. Это работники сферы здравоохранения, образования, спорта, культуры и искусства, сельского хозяйства, госслужащие и те, кто рисковал жизнью ради спасения других. Глава региона поздравил награждаемых, отметив, что за каждой из наград особый трудовой и человеческий путь. Каждый из отличившихся, конечно, по-своему относится к высокому признанию. Приятно, может быть, даже и неожиданно, но как бы не хотелось там пафосно говорить, но все-таки это коллективный труд. Наш центр является одним из лучших в Российской Федерации, коллектив – это коллективный труд. В этой медали труд, в основном, не мой, труд людей, которые работают на селе. Это доярки, это животноводы, это механизаторы. Значит, я вот, раз меня так снимают, я выражаю благодарность всем своим помощникам. Чувствую внимание, заботу, очень чуткое отношение Глеба Сергеевича Никитина к ветеранам войны и молодежи, что очень ценно, то есть и пожилым. Вот. Молодежь – это будущее, а ветераны войны – это прошлое.